Календарь похудее страницей, 4 ноября сменится на 5. Четверг в Беларуси обещают быть сухим и теплым, лишь на севере страны могут пройти кратковременные осадки. Будет облачно с прояснениями, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Южный ветер сменит западные порывы 4-9 метров в секунду. Ночью до 7 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется до плюс 10. Последний месяц осени продолжает дарить горожанам сухую комфортную погоду. Удивлять он умел всегда, и не только со знаком «плюс». В 1993-м средняя ноябрьская температура в Бобруйске составила минус 7,5 градусов. Это был самый холодный максимум за всю историю метеонаблюдений. Число жертв землетрясения в Эгейском море достигло 115. На западе Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Это было самое смертоносное стихийное бедствие в республике за последние 10 лет. Всего пострадали 1035 человек. 137 из них все еще проходят лечение. Количество пожаров в лесах Амазонии превысило 17 тысяч. Также участились огненные очаги и в бразильском Пантанале, крупнейшем в мире водном болотном заповеднике. За год выгорело 28% угодий. Эта площадь равна территории Дании. С наступлением сезона дождей в стране темпы распространения горячих бедствий снизились. Четверг в Бобруйске пройдет под знаком сухой и солнечной погоды. Дожди не прогнозируются. Западный ветер не превысит скоростной режим в 11 метров в секунду. Ночью будет до плюс 8, днем потеплеет до 9 градусов, выше нуля. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.